Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Смяу. И сегодня на фоне замечательного города, который я, собственно, сам построил за день примерно, ну, даже два. Да, давайте так скажу. Вот. На фоне такого замечательного города мы начнем первую серию, как я вам буду рассказывать и показывать, что я вообще сделал в городе. Ну, город маленький пока что. Но вы можете писать свои идеи там. Реально капец. И вот. Я буду, может быть, делать это в моем городе. Пока что я делаю магазин мебели. Это единственный магазин пока что, который я делаю. Всё, давайте вылетим из леса. И вот с чего все начиналось. Давайте, история такая будет. Я сделал такой... Сначала я сделал вот это, потом речку, потом вот такой бордюрчик и лесенку. Вот. Вот этого не было, полянки и деревьев тоже. Вот, построил дом. И, в принципе, вполне такой хороший дом. Я вам сделаю потом обзорчик маленький. Так, вот, мы вот так идем. Ой, ё-моё, что... Итак, я снова здесь. В общем, вот такое вот здание. У меня чуть даже под лаги шейдерами, да. Так, вот мы вот так вот идем по тропинке. И тут у нас остановка. Тут такой люк канализационный. Тут остановка. Вот, автобусная. Ой. Итак, давайте зайдем в здание само. Вот, мы заходим, то есть тут нету комфорта сильного. Тут чисто, вот, можно квартиру купить и все. Вот, есть место для туалета. Лампочки две есть изначально. Такое окно с решеткой на первом этаже. Ну, там не везде. И вот такой вот вид. Давайте сейчас поднимемся на самый верхний этаж. Все-таки на верхних этажах постоянно вид хороший, так что сейчас покажу, какой там вид. Вот это, кстати, обычный пурпурный бетон. Без ресурс пака. Ой, блин, ё-моё, что я сделал? Как классно сейчас выйти бы еще из Майнкрафта. Так, я снова тут. И вот так вот это выглядит все с верхнего этажа. Вот, то есть там на вас только. Пока что увидите, там этажей только-то и нету. Потому что я только ее еще строю. Вот, такой вид на лес получается. Тут даже можно спуститься с крыши. Вот так вот. Так. Извините за лаги. Вот, то есть антенны тут. Вот такие вот всякие. Проводка. Так. Ну и, в принципе, вот так вот тут и жить можно. Так, смотрим. Тут есть окно. Кстати, сейчас попробую зайти там, где нет окна. А, допустим, вот. Плюс еще, видите, тут есть где-то окно, где-то вот решетка, допустим, вроде только в одном такое. Да, вот, видите, то есть решетка, окно, где-то нет окна, кто-то застеклил, кто-то не застеклил, в принципе, все нормально, как в реальной жизни. Итак, вот тут будет заезд, он уже есть, тут будет дворик, в отличие от того дома. Вот, тот же самый дом, так ничего не отличается. Вот, также, опять же, автобусная остановка. И вот магазин мебели. Вот тут будет магазин мебели. И, в принципе, тут пока что очень темно. Так, сейчас я поставлю хоть какое-то освещение. А, стоп, забыл в каком-то... А, вот.
Вот такие лампы тут будут, скорее всего, стоять. Вот видите, они не сильно яркие, но их хватит. Вот то, что будут стеллажи. Вот, вот эти, да? Кстати, почему-то очень странные они какие-то. Типа, довольно странные стеллажи, в общем-то. Ничего больше сказать не могу. Давайте выйдем из магазина. И вот такой вот дом. Тут 9 этажей, тут 5 этажей. Вот, то есть это 9-этажка. Вот, из-за того, что тут магазин находится, то тут, в принципе, квартир на первом этаже нет. Вот, на каждом этаже также есть вот такой мусоропровод. Допустим, берем, ложим таких вот вещей, допустим, там, и выкинуть нажимаем, и все. То есть оно вообще стирается из этого мира. Вот, видите, я уже тут проделал это все. Вот так вот будет построено когда-нибудь в ближайшее время. Потом планирую, когда дострою, сделать такой же выход на крышу. Вот здесь. Ну и, в принципе, сделать уже антенны. Потому что пока что их не могу сделать. Да. Ну, в общем, вот такой вот райончик у меня получается. Скорее всего, это все будет функционировать максимально. Потом, может, что-то будет тут добавлять. Вот, давай сейчас встанем как-нибудь на красивый видок и закончим уже серию нашу. Вот. Ну, в общем, там тут будет все функционировать, максимально функционировать все будет. То есть в планах у меня сделать мост на этот берег. И будет тут деревня, скорее всего. То есть ее не будет видно, но будет деревня. В средневековом стиле, наверное. Но это, наверное, еще. Ну, в принципе, ладно. Всем пока, дорогие друзья. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте лайки. И все логично. Ну вот. Реально. Все, всем пока.